О, всем здорово, чуваки! Ребят, вы только посмотрите, какой офигенный пейзаж у меня за спиной. Сегодня мы выбрались не просто так на речку, а для того, чтобы провести очередной эксперимент с водой. Ребят, вот как вы думаете, чистая ли вода в реке? Что-то вот я так смотрю, мне кажется, что она очень грязная и что-то там плавает какая-то хрень непонятная. Эту воду бы я точно пить не стал, но как вы думаете, если мы ее отфильтруем, она станет чище или нет? Давайте проверим. Давайте сравним эту речную воду с обычной водой. Для этого есть еще один стаканчик и есть чистая вода. Посмотрим, насколько отличается обычная вода от речной. Наливаем воду в стаканчик. Леха, что ты говорил, чистая, да? По-моему, она конкретно желтая, эта речная вода. Эта вода прям чистейшая, прозрачная, как стеклышко. Ну, а это вы видите сами. Давайте отфильтруем речную воду при помощи вот такого вот фильтра. Открываем крышечку и наливаем, смотрим, насколько же будет отличаться вот такая вот покупная вода, чистейшая, от фильтрованной. Ну, чё-то как будто нет. Не-не-не-не-не. Так, ну все, ну давай, фильтрую уже там, осталось чуть-чуть, по-моему. Есть, все. Давайте проверим, что сейчас получилось. Мы взяли новый стакан для фильтрованной воды, и давайте сравним его с речной и с покупной. Так, что у нас там отфильтровалось? Ну чё, Леха? Ну как будто почище стало. Слушай, ну она стала чище. Как бы, не, ну ничего удивительного, в принципе, этот фильтр для воды, как бы. Визуально видно, как эта вода стала чище, ну раза, не знаю, в три, наверное. Ну это что-то среднее между вот обычной водой и речной. Ребята, я думаю, каждый из вас знает, для чего нужен респиратор. Для того, чтобы чистить воздух. Но что если мы будем использовать его не для чистки воздуха, а для чистки воды? Я думаю, если респиратор может чистить воздух, то есть он какие-то пылинки, вот это вот все молекулы вот эти вот грязные задерживает, мне кажется, это более чем реально. Он сможет очистить воду, я в этом уверен. Давайте это проверять. Ну а начнем мы с вот таких вот обычных легких лайтовых масок. Я думаю, что бессмысленно брать одну штуку. Сомневаюсь, что он что-то отфильтрует, поэтому возьмем сразу 10 штук. Открываем бутылку. Так, надеваем это все на бутылку. Ладно, это сдержать. И выдавливаем. Половина, конечно, льется мимо. Пойдет. Не, ну слушайте, как бы она чуть-чуть чище, но я бы не сказал, что сильно. Мне кажется, какая-то хрень. Я бы такую воду не стал пить точно после этих масок. По-моему, маски очистили от каких-то мелких вот таких вот пылинок, всяких песочинок вот этих. А сама вода как бы цвет вообще не поменяла. Знаете, хотя вот эта вода более желтая, чем эта, но отличие, ну, очень минимальное. Я бы не сказал, где, наверное, речная, а где не речная. Наглядно хочу показать, сколько грязи осталось под маской. Смотрите. Убираем бутылку. И вот она вся грязь. Получается, чистит? Она, конечно, отфильтровала, но очень слабенько. Поэтому давайте перейдем к следующему респиратору. Ребята, следующий вид респиратора вот такой вот дешевый, рублей 60 он стоит. Давайте через него прогоним воду и посмотрим, насколько она чистит. Сразу хочу сказать о том, что я думал заливать воду вот так вот, почему-то, не знаю. Я думал, типа, вода здесь будет собираться, фильтроваться, мы будем ждать. Но на самом деле мы же, когда вдыхаем, воздух заходит здесь, поэтому надо фильтровать вот так. Выворачиваем респиратор и ставим его на стаканчик. Так, заливаем и смотрим. Я надеюсь, что вода сейчас пройдет. Я не хочу выдавливать это. Походу, они все работают одинаково. Что-то как-то ничего не проходит и не течет. Придется делать так. Накладываем также на бутылку. Слушайте, ну тут есть даже вот такая вот специальная резиночка. Я буду придерживать сейчас рукой и также выдавливать. Посмотрим, что из этого получится. Так, ну погнали. Раз, два, три. О, что-то выдавливается. Я надеюсь, это оттуда выдавливается. Мы точно ничего не забыли снять здесь? Слушай, что-то, по-моему, маска не работает. Я не могу вдохнуть, вы понимаете? Слушайте, а выдыхать можно? Чё это за маска такая? Ребята, напишите в комментариях, почему я могу выдыхать, но не могу вдыхать. Это что такое? Давайте все-таки вот так сейчас перевернем. Походу мы делали все правильно. Давайте сделаем вот так. И льем. Вот, ну вот же. Это оно. Ребят, либо она не фильтранула вообще, либо мы добавили еще грязи туда. Я так и не понял, откуда еще грязь. Но стало еще грязнее. Я не знаю, каким способом. Откуда вообще, как это? Я сразу отсекаю этот респиратор, потому что он какой-то неправильный. Либо я не так думаю. Но мы тут втроем, как бы, видимо, не так думаем. Но она не должна так работать. Только на выдох маска работает. Как это? Она же на вдох должна работать. Чего?
кого вообще? Давайте перейдем к следующему респиратору, чуть более дорогому. Ребята, следующий респиратор вот такой вот. Он уже чуть подороже, где-то рублей 100 примерно стоит. Внутри находится уже не ткань, а вот такой вот полиэтилен. Также есть два клапана на вдох и один на выдох. То есть нам нужно вывернуть этот респиратор и теперь заливать воду сюда. И вода должна выходить через вот эти вот два клапана. Ну а сама губка будет играть роль фильтра. Давайте проверим. Давайте сейчас попробуем выдавить также через фильтр воду с бутылки. Погнали! Нет. Почему она вдыхается, но не выходит, блин? Капец, она тяжело идет. Здесь была резинка, мы с другой стороны ее убрали. Сейчас попробуем так отфильтровать, потому что, мне кажется, она мешает просто фильтру нашему. У меня как бы много воды выходит мимо бутылки, но все-таки через фильтр идет вода, смотрите. Вот, даже напор какой-то пошел. Ребят, я намучился уже с этой маской, но какого-то результата мы добились. Эта вода сейчас похожа на ту, которую мы отфильтровали через 10 обычных дешевых масок. Он также снял какие-то крупинки, там грязи, вот эту пыль всякую, и все. А вода такого же цвета, в принципе, и осталась. Ну, может, чуть-чуть светлее. Но в запасе у нас остался самый главный респиратор, который самый дорогой из всех, и в котором я появлялся в начале этого ролика. Сейчас мы его затестируем. Мы купили вот такую вот самую дорогую маску на сегодня. Она стоит аж 600 рублей, вы понимаете? Это получается, что она очень даже должна хорошо чистить воздух. Не знаю, как она будет чистить воду, но за такую сумму должна воздух чистить очень хорошо. Ну и плюс она очень удобная. Она прям очень мягкая такая. Давайте ее затестируем. Получается, этот фильтр у нас идет на выдох, а этот на вдох, самый основной. Сейчас мы ставим вот так, получается. Чуть-чуть не туда поставил. Вот так вот засовываем респиратор в стаканчик. И вот так вот будем наливать воду сейчас сюда. Посмотрим, как она отфильтруется и вообще отфильтруется или нет. Что-то после других фильтров, мне кажется, что нет. Как вы думаете, напишите в комментариях, а мы сейчас проверим. Ну что, я набрал снова лишнюю воду, давайте заливать. Я надеюсь, что она отфильтруется. Давайте попробуем не наклонять его вот так вот. О, она течет. Она течет? Подожди, нет. Или течет? А, мне показалось, она течет с краю. Давайте снимем крышку этого респиратора и попробуем залить так. Потому что вода, видимо, через эти отверстия плохо проходит. Так, вот он фильтр, посмотрите. Это похоже на какой-то динамик. Давайте попробуем просто поставить горизонтально и налить воды. Если потечет, я буду готов. О! Вот это сейчас круто. Вот сейчас работает. Ребят, по итогу респиратор за 600 рублей не смог обойти даже респиратор самый дешевый. Потому что самый дешевый респиратор отфильтровал воду лучше. Но самым лучшим на сегодня фильтром для воды оказались 10 обыкновенных масок. Через них прогнали воду, вы все сами видели, очень много грязи там осталось. И в итоге вода более-менее чистая была. Ну а в этом фильтре что-то как-то не осталось грязи почти вообще нисколько. По итогу мы здесь видим разную отфильтрованную воду, кроме вот этой. Это речная вода исходная, от которой мы отталкиваемся. Но в остальном это 10 масок, это второй легкий фильтр, более дорогой и самый дорогой фильтр. Я думаю, ну, не так легко, конечно, определить самую чистую воду, но, на мой взгляд, это вот 10 масок, это просто мой фаворит. Мне кажется, здесь самая чистая вода. Как вы думаете, можете написать в комментариях, какая вода вам нравится больше, как вы думаете, какая отфильтровалась лучше. Ну, а мы на этом заканчиваем этот видеоролик. Если вам он понравился, обязательно поставьте лайк. Подпишитесь внизу на канал, не забывайте, что я для вас снимаю только самые крутые, интересные эксперименты. И всем пока!